Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Артём Аристов. Сегодня очень жаркий день, и мы планируем покататься на скейте. Может, поедем в скейт-парк, может быть, покатаемся просто. Сначала мы приехали на первую локацию, это Парк Победы. В общем, здесь очень хорошая плитка, чтобы на ней кататься. И думаю, будет весело, друзья, так что постараюсь сделать этот видос очень крутым и качественным. Ну и приятного просмотра. Погнали. А я делаю на фоне видео. А это дает. Короче, все сегодня со скейтами, только Дима у нас с Пенни. А что, это скейт? Он особенный. Это скейт, да, особенный. Дим, а ты что, решил доебаться? Не возражаешь, да? Блядь. Я молодой человек, аккуратнее. Смотрите, как здесь красиво, просто откроется вид на левый берег. Вот мы уже приехали в Парк Победы, и тут, короче, вот такие вот спуски до самого низу. И сейчас попробуем спуститься за один раз. Что, Дима готов? Второй Дима тоже готов? Да. На пейнтборде, ребят. Это экстримчик. Сейчас, короче, я спущусь, засниму, как Дима съедет свой первый спуск. Сейчас я попробую съехать на пенни-борде вниз. Хотя я катаюсь на обычном скейте, на пенни реально никогда не катал, но сейчас попробуем. Надеюсь. А, что-нибудь скажешь? Подписывайтесь на мой канал. Собака. Как твой канал? ТВ. Собака ТВ. А, отлично. В общем, ребят, как видите, я съехал и нормально. Кстати, уже с этой штуки не первый раз. И на пенни, и на скейте. Сейчас поедем туда дальше кататься. Там крутая поверхность, как плитки, знаете, как в метро из мрамора. И думаю, там будет гладко. А вот едет топ-блогер Дмитрий Осман. Встречайте! Это был себе. Как тормозят настоящий буй? Это новая реклама Head & Shoulders. С ароматом О, водичка холодная. And they stay there, and they say yeah, and they say there. Cause all I do is clean. Чувак, она сломалась. Сука, она в портфеле сломалась. Бля, прикинь. Ребят, прикиньте, просто сломалась ножка. Скотчем нахуй.
Обидно. Короче, шли и нашли вот такое вот дерево абрикосы. Да, абрикос. И очень-очень хочется кушать, еще больше пить, но я бы не отказался от бесплатных. Опа! Нормально. Давай потрусим. Он не падает. Да не так надо дать. Они вкусные, бля. Вкусные? Да. Пизда. Залетая ботинки. Залетая? Я чистый. Спасибо. Трудилось, в замедленном видео. Понял, как сыпется? Давай. Что, блядь? Да не сделать. Долбоёб. Надо было встать, типа, проверить. Очень вкусно. Попробуйте сюда зайти. Просто посмотрите, сколько здесь абрикос. Они немножко побитые, вот, но спелые, и это кайф. Смотри, жара первая. Типа, смотри, как-то мой мозг. Смотри, короче. Тут это сразу вроде на мать, а тут частные дома, прикиньте. Да, да. Есть порука, блин. Вкуснятина. Ну вот, ребята, мы сейчас остановились на заправке, потому что очень хочется пить, и не смогли больше терпеть до ближайшего ларька. Так что купил себе с собой водичку, сейчас фанты. Очень жарко на улице. Очень повезло то, что была заправка рядом. Сейчас пойдем уже в сторону Печерска. Еще купил себе вот такой хот-дог. А я помню. Сними, Дима. Просто очень вкусно. Ты тоже будешь печать? Я тоже. Почта. Короче, друзья, сейчас я хочу кинуть с 20 этажа попрыгунчик. Мне немножко жалко, но посмотрим, что из этого жалко, получится. Жалко, блядь. Вообще пиздец. Сейчас приехали на почтовую, и остаток дня уже тут докатаем. Как раз сейчас не такое солнце, и очень приятно катать. В общем, друзья, спустились сейчас на такой паром или пирсик. Здесь как раз корабль прибывает. Может, здесь покатаемся. Ты чё, пацан? Реально. Она отъезжает. Она в воду уедет из этого дна, понял? Я чуть в воду не уехал, понял? Пацаны, я уезжаю жить в Лондон. Бля, пацан! Да ну нахуй. Домой, короче. Погнали, братан. Дима! О, у тебя там кошерно. Чем шикарно? Тебе понятно, где надо было шикарно, наверное, да? Короче, ребята, если вам нужна хата, звоните мне, пишите. Я вам устрою. Да, если вы хотите знать, где живет Дима Осман, то вот как приходите, это метро Почтовая. Метро Почтовая, речной квартал. Приходите, звоните мне и идем сюда. Всем привет! И напоследок этого влога я бы хотел поделиться с вами своими планами. Вот, я скоро еду в поездку. И также хотел сделать небольшой обзорчик на аксессуары, которые я купил, вот, тоже в эту поездку. Так что начнем. В общем, друзья, я планирую поехать с родителями в большое-большое путешествие. Сначала мы поедем в Юрмалу. Вот, там, короче, будет фестиваль 95-го квартала. После чего мы поедем в Польшу, потом в Германию, потом во Францию. По пути будем посещать очень крутые парки, такие как Европарк, Диснейленд, Астерикс и так далее. Также буду гулять по Франции и так далее. Возможно, еще куда-нибудь заедем. В общем, это будет большой тур на машине. Я надеюсь, это будет все очень интересно и прикольно. Вот. И буду монтировать влоги для вас по пути. Потому что ехать мы будем из одного города в другую, из одной страны в другую, тысячу километров. Вот. То есть у меня будет достаточно времени. Ну и когда будет хороший интернет, буду, в принципе, выкладывать это все. Ну и давайте теперь сделаю обзорчик на мою коробочку. Купил это новые аксессуары, вот, как раз в поездку. И сейчас объясню все, для чего и к чему. Итак, друзья, в общем, пришел у меня такая коробочка. Точнее, я сам поехал ее и купил. Вот, и смотрите, что у нас здесь есть. Первое, это вот такой вот поплавок. Специально сюда одевается моя камера. Вот этот вот чехольчик. И он водонепроницаемый. Также есть такой ремешочек на руку, чтобы я не потерял, собственно, еще раз свою камеру.
Но этот поплавок не тонет, поэтому надеюсь, все будет в целости и сохранности, и оно будет все работать. Следующий такой вот еще мешочек. Так, что у нас есть? Наклейка, по-моему. Пипот адаптер и болтик. Новый штатив-осьминожка. Вот, потому что старый у меня сломался. Не знаю чего. Так, это, по-моему, мне в подарок дали. Еще один штативчик. Только уже жесткий, более... так, что это у нас? Это такая защитная линза. Тик-тик-тик. О, это самое главное. Это, ребят, крепление на грудь. То есть камера у меня будет где-то посередине груди. И я смогу снимать для вас видео с американских горок. Представьте, как это будет круто и какой это будет экшен. Вот, я считаю, это круто. Это будет четко. Ну, проверим. И еще одна батарейка. Вот, то есть это уже будет третья. В дороге я буду много путешествовать, много снимать, и не всегда будет зарядка, в принципе. Поэтому я думаю, это очень полезно. Вот такие вот у нас дела. Так что скоро поеду в поездку, влоги оттуда будут, вы не скучайте, также следите за моим пабликом. Там постоянно будут разные фоточки, новости, и все, что будет происходить со мной, я буду выкладывать туда. Ну и, конечно же, фотки в мой инстаграм также буду заливать почти каждый день. Так что туда тоже подписывайтесь. Все ссылки есть в описании под этим видео, переходите. В общем, вы знаете, что делать. Ну, я всех вас люблю, всем пока-пока и до скорой встречи, друзья.